Добрый день, интернет-магазин billiardmag.com. Меня зовут Богдан, и снимаем видео о бильярдных киях. И сегодня у нас бильярдный кий Николаенко 2х2 черный граб. Модель появилась довольно давно. Это одна из простейших и одна из самых недорогих в модельном ряде Николаенко в серии классика. То есть вот в такой классической компоновке. Значит, честно говоря, тяжеловато все кии описать и, ну, сказать в каждом видео что-то новое, это как кии плюс-минус схожи, особенно когда они просто отличаются там наборкой дерева, а в концепции одинаково. Поэтому на видео буду больше показывать и меньше говорить. Значит, давайте рассмотрим кий поближе. Кий оснащен скруткой со скрытой резьбой. Вот, ну, это, в принципе, стандартная скрутка для всех киев Николаенко. Вот таким она образом выглядит. Здесь, значит, у нас нержавейка в латунь. Вот так она выглядит. Хорошая скрутка. Давно использует Николаенко эту скрутку и отлично себя зарекомендовала. Непроблемная. То есть, в целом, скрутка очень неплохая. И я бы сказал, что для такого бюджета киев скрутка, ну, более чем. Значит, по наборке давайте посмотрим ближе. Здесь мы видим наборку 2х2. То есть вот на шафте 2. Ну, запилы считаем по темным переклейкам. Значит, здесь у нас 2 запила. Они достаточно длинные. То есть мы можем, не буду сравнивать с другими киями, но можем приблизительно посмотреть заполненность шафта. Вот у нас рулетка есть. Значит, степень заполненности, сейчас попробую немножко дальше. Так, степень заполненности шафта, ну, я не идеально меряю, да, там до миллиметра, но, ну, здесь мы видим порядка 42 сантиметров, это наполненность, ну, под словом наполненность я подразумеваю наборку на шафте, то есть насколько наборка вот занимает, какое пространство занимает наборка на шафте. Значит, вот так это выглядит. Довольно неплохой кий. Мне лично нравятся небольшие наборки в больших углах. То есть вот здесь вот, в принципе, такая модель очень боевая. Значит, как и на всех Николаенко киях, установлена фибра вместо... Ну, как, кто как ставит, некоторые стаканы, некоторые фибры. Здесь мы видим, установлена фибра. Здесь кто как привык. Лично я не считаю это там преимуществом или недостатком. Вот такая компоновка. Фибра и наклейка Triangel. Значит, и турняк. На турнике тоже имеем 2 темных запила. Вот так ближе он выглядит. Значит, вот таким образом. Внизу сделана вот такая декоративная вставка из белого граба и падука. Эта вставка характерна для всех моделей 2х2, как 2х2 венге, 2х2 черный граб, везде вот такая вот вставочка. И внизу стандартная для киев Николаенко вот такое бронзовое литье красивое. И внизу еще установлен вот такой вот элемент из декоративного пластика. На видео, может быть, не совсем хорошо удается рассмотреть, но этот пластик такой, он внутри фактурный, как перламутровый. Ну и вот такая резинка, тоже стандартная для киев Николаенко. Значит, к этому кию идет тубус в подарок от нашего интернет-магазина. Какой тубус, как выбрать тубус, это все вы найдете в описании товара. Значит, по заказным характеристикам, пожалуйста, обращайтесь, если вам нужны какие-то специфические характеристики кия, такие как длина, вес, также параметры по геометрии кия, может, у вас есть какие-то пожелания по общей толщине или еще какие-то дополнительные пожелания, такие изменения бесплатные, то есть единственное, что вам нужно ждать, срок изготовления кия Николаенко 2 месяца, то есть если у вас заказной кий, по вашим параметрам вам, к сожалению, придется подождать 2 месяца. Значит, по характеристикам давайте быстренько замеряем. Значит, беру просто вот, взял там первый попавшийся кий из колоды, то есть я там не выбирал по диаметрам. Значит, что мы имеем в диаметре? Сейчас посмотрим. Значит, в диаметре мы имеем, вот покажу,
12,5 миллиметров диаметр наклейки. 12,5, ну это стандартная приблизительно, ну плюс-минус стандартная ситуация для Кио Николаенко, то есть усредненный размер, мы говорим где-то порядка 12,5, бывает больше-меньше 12,4, 12,6 может быть, то есть плюс-минус в этих пределах. На этом все, это был видеообзор бильярдного Кио Николаенко 2х2 черный граб, это был интернет-магазин billiardmag.com. Меня зовут Богдан, спасибо вам за внимание, всего доброго, до свидания.